Мы не делаем тайны от того, где расположены эти территории. Существует постановление правительства Российской Федерации номер 470, которое определяет границы этих территорий. Оно открытое постановление и всем доступно для изучения даже в таких информационных ресурсах, как «Консультант Плюс». Ну, такие территории, они существуют не только в Российской Федерации, а в любом государстве мира. И я не встречал, чтобы где-то были информационные щиты в этом плане. Мы исходим из того, что человек, гражданин, въезжая на территорию другого государства, должен иметь какие-то представления о его законодательстве. И что касается таких территорий, то в случае выявления иностранного гражданина на территории с регламентированным посещением для иностранных граждан, мы проводим тщательное расследование, изучаем все обстоятельства нахождения, гость это, либо он осуществляет там трудовую деятельность, и в большинстве случаев все-таки принимается решение в пользу иностранного гражданина, если это действительно не злостное нарушение законодательства.